Вот вам и вся весна. Подозреваемого Порошенко никто не собирается судить. Толпа парохоботов устроила очередную перформанс и показала, кто на самом деле в Украине хозяин. Никакая справедливость не существует. Суд оставил без рассмотрения представление о мерах пресечения для экс-президента Петра Порошенко по делам о незаконном назначении Сергея Симочко заместителем главы службы внешней разведки. Ходатайство следователя относительно Порошенко оставить без рассмотрения. Такое решение огласил на заседании Печерский районный суд Киева следственный судья Сергей Вов. Напомним, прокурора сама отозвала ходатайство об избирении меры пресечения Порошенко, поскольку призвала, что после окончания расследования меру пресечения избирают. Подозреваемые в деле незаконного назначения Симочко замглавы экс-гаранту объявили еще 10 июня. Суд пытался избрать меру пресечения с 18 июня. Следствие сначала настраивалось на содержание фигуранта дела по страже, но в первый день суда сторона обвинения вдруг попросила более мягкую меру – личное обязательство с запретом на выезд за границу. Первый раз заседание перенесли из-за смерти отца Порошенко. 1 июля заслушали сторону защиты и обвинения. Прокуроры озвучили фабулу дела Симочко, по которой идет расследование. А сегодня выяснилось, что прокуратура закончила расследование этого уголовного производства.